Главный вопрос, который теперь задают обозреватели о России, устоит ли вновь приобретенный патриотизм под тяжестью рухнувшего рубля? Сверхприбыли от продажи нефти должны были покрыть политические издержки конфронтации со странами Запада. Но конъюнктура изменилась, сырье подешевело, вместе с ним и национальная валюта. В московских магазинах скупили все, что можно было унести, от смартфонов до офисной мебели. В новых экономических условиях нужна и новая экономическая политика. Олигархам обещали все простить, если они вернут твердую валюту с офшорных счетов. В курсе финансовых дел Мария Гордон. Мария, здравствуйте. Давайте попробуем подвести итоги года, который был ознаменован беспрецедентным количеством событий, как политических, так и экономических. Для начала давайте кратко обрисуем причины падения российской валюты. Вы знаете, Владимир, я бы выделила три причины падения рубля. Во-первых, из-за цены на нефть. Нефть подешевела, рубль упал. Вслед за устоявшимся термином «нефтедоллар» надо было бы ввести термин «нефтерубль». В отличие от более патриархальных времен, российская валюта обеспечена не желтым золотом, а черным. Во-вторых, в России сейчас огромный объем денежной массы. Перефразируя Остапа Бендера, по стране ходит слишком много денежных знаков. В 2008 году нефть была сказочно дешева, но рубль держался молодцом. А почему? 6 лет назад объем денежной массы составлял 12 триллионов рублей, а сейчас он 30. Это более чем в 2 раза больше. В-третьих, накопительно сыграли свою роль западные санкции, которые перекрыли для России рынок дешевых европейских кредитов и связанный с ними же отток капитала. Но главная и совершенно объективная причина – нефть, нефть и еще раз нефть. Хорошо, тогда следующий вопрос. Почему подешевела нефть? Вы знаете, хотелось бы начать с самого интересного, с теории заговора, которая сейчас страшно популярна в России. Вариант первый – злобные западяне, американцы, точнее сказать, договорились с арабами обвалить нефть, чтобы отомстить президенту Путину за Крым. Вариант второй – по-моему, он принадлежит Борису Немцову. Саудовская Аравия сама уронила цены, чтобы отомстить американцам за попытку сняться с их нефтяной иглы и разрабатывать свои сланцевые проекты. Вот выбирайте, что вам больше нравится. Ну, Маш, вам, судя по всему, не нравятся оба варианта. А какова ваша версия? Вы знаете, я бы сказала, что все далеко не так интересно, как кажется. По мнению серьезных экономистов, цена снижается на фоне уменьшения спроса и роста предложения. Все банально. Грубо говоря, Китай потребляет нефти меньше, чем прогнозировалось, а США добывают больше. В 2013 году США добывали около 8 миллионов баррелей в день. Это было 3-е место после Саудовской Аравии – 11 миллионов баррелей и России – 9,5 миллионов баррелей. В этом году, еще по итогам первого полугодия, США добывали на 1 миллион баррелей в день больше, чем в прошлом. В 2015 эта добыча возрастет еще на 1 миллион баррелей в день. США уже обогнали Россию по объему добычи газа. В 2015 году они обгонят ее и по добыче нефти. Ситуация меняется. В октябре Саудовская Аравия снизила цены, одновременно увеличив добычу. Как честно объяснили саудиты, им важнее сохранить за собой долю азиатского рынка, чем сохранить цену. Правда, саудовский бюджет перестает сходиться при цене ниже 90 долларов за баррель. Но у Саудовской Аравии огромные резервы, и она может потерпеть. И вот в конце ноября этого года страны ОПЕК отказались сокращать добычу. Цены рухнули. Замечу, что на добычу сланцевой нефти в США падение цен большого влияния не окажет. Себестоимость сланцевой нефти колеблется от 24 до 80 долларов за баррель. Но при цене около 60 долларов убыточными будут не более 4% производства. Конспирологи могут успокоиться. Никто не мог предсказать, что Путин отберет Крым у Украины. Но о том, что американская сланцевая нефть повлияет на цены, знали практически все. В этой ситуации скорее удивительно, что российские власти упорно не замечали сланцевую революцию в течение последних нескольких лет. Это непростительная, с моей точки зрения, страусиная политика. Добавим, что в течение большей части 20 века нефть была относительно дешева. Однако, после того, как Китай вступил в фазу бурного экономического роста, цены стремительно рванули вверх.
Что получается? Сырьевые страны превратились в так называемые петрократии, пухнущие от нефти долларов режимы. Причем совершенно случайно. Производители нефти – Россия, Ближний Восток, Венесуэла, Нигерия и прочие плохие ребята – в этом году, кстати, их число пополнило Исламское государство. Не нефтедобывающее, но нефтекрадущее. Так все они оказались по другую сторону баррикад, нежели свободный мир с его соответствующими ценностями. Свободному миру пришлось выкручиваться. Он вложился в развитие возобновляемой энергии и в тот же сланец. Я понимаю, что прогнозировать цены на нефть, Мария, невозможно, наверное, сейчас. Но какие есть предположения на следующий год в отношении рубля и нефти? Что ждет россиян? Вы знаете, россиян, к сожалению, ждет полоса суровых испытаний, как экономических, так и эмоциональных. Цены будут меняться волнообразно. Нефть будет прыгать туда-сюда, а за ней рубль. Экономике России грозит как минимум стагнация. И не только из-за нефти, а от того, что в тучные годы правительство сделало недостаточно для того, чтобы развить несырьевое производство. Впрочем, цены на нефть не будут валиться бесконечно. Все согласны с тем, что баррель по $20 нереален. Вот коридор 60-70 выглядит более устойчивым. Значит, и доллар по 50-60 рублей может стать привычной картиной. Добавлю, что сильный доллар, скорее всего, пришел надолго. У американской валюты статистически очень длинный цикл. А знак равенства между сильным долларом и дешевым сырьем никто не отменял. Еще один сигнал для сырьевых экономик – нужно налаживать производство. То есть торговать не лесом, а табуретками, Владимир. Спасибо большое, Мария.